Двигуни. Пульти керування до медогонок. Власне виробництво. На будь-які медогонки. Гарантійне обслуговування. Гарантія 3 роки. Приветствую всех на канале Медковод. С вами я, Юбак Игорь. Моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня 6 августа. Мы, как всегда, работаем. Сегодня заключается работа в том, сортируем рамки, которые сняли со вторых корпусов с пчелосемей. Рамки там имеют три категории. Это свежеотстроенные, где немного есть какого-то корма. Есть полномедные, которые поднимались снизу. И также есть рамки, которые мы хотели отбраковать, которые лежали внизу. На них был расплод, соответственно, какой-нибудь остатки или был расплод. На наш взгляд, они черные, мы их хотели бы уже поменять и сортируем. И первые рамки, которые попадают на откачку для повторного кормления пчелосемей, вот этой еще не не запечатанным, скажем так, кормом, так как если его сохранять, он закиснет. И попадают рамки те, которые, друзья, темные. Потому что нам надо быстренько их откачать, быстренько пчелам повторно дать скормить. Те рамочки, которые же полномедные, которые будут откачиваться уже для меда, они ждут своей очереди. И вот сейчас мы качаем, друзья, их, выносим сушить. И я задумался, а вдруг кому надо? Потому что если наша дальнейшая судьба, вернее, ихняя дальнейшая судьба у нас на пасеке, это какая? Сейчас мы их положили, сейчас пчелы их осушили. Мы взяли ножик, обрезали вместе с проволокой сушь. С проволокой, без проволоки уже как получается, как нам удобно. Сушь перетопили. Рамки выкинули, по большому счету. Хотя уже появляются ребята, которые просто-напросто у нас уже рамки эти покупают. Недавно все рамки, которые были собраны, уже забрали. И пришла мысль в голову, может, кому-то нужна такая сушь. Может, это для райловов, может, это, не знаю, для каких целей, меня, по большому счету, особо не интересует. Если кому надо, можно попытаться реализовать данную затею, так как у нас есть, а может, кому надо. Все рамки на еврорамках буквально год-два максимум в эксплуатации, вот такого цвета. Это не черные рамки, это еще вообще светлые рамки. Но у нас желания их нету чистить, так как, на мой взгляд, я моторесурса своего времени, я потрачу больше, нежели купивший новую рамку. Но кто-то все-таки смотрит с другой стороны на данное мероприятие. Соответственно, они моют, чистят и тому подобное, и пользуются дальше рамками. И, соответственно, есть на ней сразу же и сушнина. Так что для таких, как райловов, я думаю, лучше не придумаешь, так как эти рамки еще полностью готовы для эксплуатации, просто нас они не интересуют. Так как у нас с этим проблем нет. У нас есть возможность отстраивать рамки, соответственно, есть возможность обновлять гнездо. Смысл мне оставлять такую рамку через два расплода, в которой уже будет еще более она черная. А если в сезон ее в мае месяце положить, или даже там, пускай будет в апреле, в начале апреля, так через два расплода это будет уже, грубо говоря, середина мая. В тот момент ее придется мне забирать, чтобы ее обновить. Зачем тогда мне ее ставить, если ее через месяц надо будет забирать? А если ее оставлять до конца сезона, так это будет выход расплода, пускай будет пятицикличный. Тогда она еще более почернеет. Соответственно, она нас не интересует. А если кого интересует, друзья, это такая вот распродажа. По количеству таких рамок, я думаю, их будет более 100 штук. Сейчас это вот первая партия. Одни там уже посушились. Решили их сначала ставить, как всегда, там, думаем, дождик падал, начали ставить под навес, чтобы не мокли. Пчелки их быстренько осушают. Давайте возьмем одну в руку. Давай, Машенька, еще на солнце. Вот такого цвета. Есть чуть лучше, есть чуть хуже. Всякие разные есть, так что, которые будут совсем некрасивые, те, конечно, мы и предлагать не будем. Те, которые выглядят так, соответственно, можно договориться. Так что, ребята,
телефон мой, я не знаю, там где-нибудь найдете, у многих есть, кого нету, на нашем сайте есть наш номер телефона, найдите там, или я продиктую, 050-53-90-738. Можете писать на Viber, можете звонить, если кому надо, отослать смогу по, я думаю, delivery, так как Новая Почта сейчас просит упаковку в виде картонной коробки, а это довольно будет дорогостоящее. А я думаю, на delivery можно их будет скотчем перемотать, ну не скотчем, а стрич-лентой и выслать. Эти рамочки не такие, которые они бы скрешились и прокололись. Тем более сейчас погода плюсовая, соответственно, оно, я думаю, без проблем сможет доехать до конечного покупца. Все, друзья, на этом буду заканчивать. Если что, пишите, звоните, будем решать эту проблему. Сколько это может стоять, даже понятия не знаю. Ну, если сесть прикинуть, можно будет посчитать. Вы же предлагаете свою цену, и я думаю, если она меня вполне устроит, я вполне согласен реализовать эту затею. Все, на этом будем заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.